конкурс «Дети читают стихи за лабиринт.ру». Меня зовут Егор Осьминушкин. Мне 8 лет. Я живу в Нижнем Новгороде. Я хочу рассказать стих, который мне так понравился, что я нарисовал в него иллюстрацию. Андрей Усачев. «Битв на подушках». Давным-давно пора забыть оружие или пушках. И если воинам все же быть, то воинам на подушках. Она всегда под головой и лучше автомата. Дух повышает боевой у каждого солдата. Бац, бац, бух, полетел метелью пух. Бах, трах, шмяк, убежал с позором враг. Не меньше было бы тогда сражений знаменитых, но не взрывали города и не было убитых. И в битве при Бородино, когда бы насвел Кутузов, мы закидали все равно подушками французов. Бум, шум, звон, убежал Наполеон. Бах, трах, плюх, разобьем всех в прах и пух. Должны мы бомбы закопать и ядерные чушки, и для военных покупать матрасы и подушки. А если враг пойдет войной, мы вскочим по кроватям и всей огромной страной его отколошматим. Бух, плюх, бац, отдавай нам свой матрац. Понятно, каждый генерал о подвигах мечтает, но если битву проиграл, пусть все не подметает. До свидания.